день, дорогие друзья! Желаю всем отличного настроения. Я начинаю программу, которая называется «Музыка любви». С вами Оксана Дроздова. И мы с вами перенесемся в мир песен, романсов, классики советской эстрады и шедевров классического кроссовера. Первая песня, которая сейчас прозвучит, вы ее прекрасно знаете. Это песня «Золушки» из репертуара Людмилы Сенчиной. Давайте все вместе ее исполним. Классический кроссовер. Сейчас прозвучит «Адажо Альбинони» из репертуара Сары Брайтман, но на русском языке.
Предлагаю петь вместе. Летняя прекрасная песня, и называется она «А по камушкам». Речка быстрая, каменистая, в нашей местности протекает, и волшебницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то или обидой горемаешься, ты к реке поспеши, все ей расскажи. А по камушкам, речка бежит вдаль далекую, к морю чистому, путь ее беспокойный лежит. Серебристую, словно в зеркало смотрят люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит. Поругает нерадивую, пожалеет несчастливую. А тому, кто влюблен, дарит свой поклон. А по камушкам речка бежит вдаль далекую, к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А по камушкам, по круглым камушкам река бежит. По круглым камушкам река бежит. Вьется реченька, наша реченька, заунывная и простая. Только вслушайся в эту музыку своего родного края. А уедешь, если надолго, над рекой вспыхнет радуга. Чтобы ты не забыл тех, кого любил. А по камушкам, а по
камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю чистому. Путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река. Тоже не менее летняя, и написала ее петербургский композитор Людмила Шахова. И она скоро прозвучит на радио Петербург и радио Мария. На радио Мария она уже звучала в моем исполнении. Эта песня называется «Васильки». Погода день, но это прекрасно, что вы пришли. Спасибо. И что следующая песня переносит нас в солнечную Италию. «Санта Лючия» исполняется на итальянском языке. Субтитры сделал DimaTorzok.
Евгении Хазановой. Это песня о любви, о первой любви, о самых светлых и первых чувствах, которые появляются в жизни человека. Крылья. Что со мною, что со мною, что со мною, что со мною? Вроде крылья. Люди все меня дичатся, знать мои глаза лучатся. Ну а крылья не видны, ну а крылья не видны у меня со стороны. Я-то знаю, что со мной, я-то знаю, что со мной. Просто крылья. Вечная песня о любви. Вы ее тоже прекрасно знаете. Это прекрасная любимая песня Советского Союза, и, думаю, не только. Старинные часы. Они слагали гимны, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Нашли мои часы торжественно печально. Я слышала их поминальный звон. Жизнь невозможна, полетут назад.
не смогла остановить тебя. Когда ты в дом входил, они слагали гимны, звоня тебе во все колокола. Старинные часы еще идут. Старинные часы еще идут. Еще идут. Еще идут. Посвященную очень близкому мне человеку, посвященную моей маме. Эту песню я уже второй раз исполняю. Это, можно сказать, здесь это премьера. Песню написал петербургский композитор Антон Гладких. И называется она «Мама». Называется она
«Прекрасное далеко». Предлагаю петь вместе. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасно недалеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. Доброго и большое спасибо, что вы пришли. Концерт окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Оксана Дроздова. Но концерт не